Добрый день, Олег Васильевич, подскажите, если обе из привитых почек цветочные, то такой саженец считается некачественным, и нужно ли обрывать цветы, или сами отпадут? Про то, что нужно обрывать цветы, представляете, сейчас бы оборвали. Вот. Ну, я бы руки оборвал, но это мое образное выражение. А вас бы похвалили эти. Как увидят цветок, и все, надо... Даже уже нормальное дерево, да, посмотрите. Первый урожай, да? Первый урожай. Даже здесь требуют одни цветки рано. Ну, как минимум требуют проредить. Вот это глупость, не знаю, представляете, оскопление, или аборт, как назвать, я уже грубое слово применил. Вот, вот это все требуется. Почему он мне задал вопрос? Вот то, что это все, вот то, о чем я сейчас говорю, что вот это нельзя к ним даже подходить. Ведь за, и почему он задает вопрос? Потому что его уже знает, что надо обрывать. И не хочет. Ну, спасибо, хоть не хочет. Или сами отпадут. Да, отпадут. Но потом, это не значит, что вот цветочная почка, и все. И вот эта цветочная почка. Дерево не состоялось. Видите, спрашиваете, качественно или нет. Вот, ребята, это с моего сада. Видели? Редчайший случай. Один из тысячи чаще, бывает еще реже. То есть, то же самое было у меня. То же самое. Вот такой же был точно результат. Это не на второй год появился этот. Это сразу завязался. И дал ростовую ветку. И сколько я глядел, у меня я вот ну, не все успеваю в этой жизни. Представляете, ряд, на нем 50 прививок. Из них 30 цветет. Вот так же. Белым цветом. Что вы думаете, у меня 30 этих негодных саженцев, некачественных, как он спрашивает? Нет, все 50 качественные. Отпадут цветы, и нормально пойдет росток. Это комбинированные почки. Когда-то я считал, что или комбинированные, то есть или цветы, или росток, то есть скелет появляется. Или как недоразумение один из сотни. Потом не стал встречать чаще, потом еще чаще. Это когда весной то снег выпадет, когда уже все привито, то мороз ударит. Вот. Я вам еще покажу такие примеры ниже. Обычно самый нормальный саженец из них. Ни черта вы с ним не это самое. Не трожьте его. Вот. Как мог, ответил. А так, поздравляю вас, хорошая привычка. Вот. Такие фотографии, когда то красят учебники. Это будет пример комбинированных почек. Когда студентов, лучше бы школьников, все раньше лучше говорили. А вы знаете, Бог сотворил чудо. Любая почка, она может расти вот так. Вот, вот это могла бы не состояться. Растет себе, растет. Придет пора где-то на третий год. Вот здесь вот появится, ну, на второй год появятся плодовые веточки, и они зацветут уже по-настоящему. Это скорее недоразумение. Это просто мне Бог дал возможность, чтобы вы видели настоящую картину в саду. Один из примеров редких. А раз редкие, тем более их надо изучать. Мы должны знать свои возможности, свои крайности. Мы должны по-настоящему любить сад и знать все о нем. А не помните эти, ну, 80-й вебинар вы видели. Жуть какая-то. Так вот, разобрались мы с этим делом, идем дальше.